Масштабный транспортный проект «Московские центральные диаметры» на финишной прямой. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Речь об открытии новых линий наземного метро. Они свяжут населенные пункты ближнего Подмосковья между собой через центр столицы. С платформ можно будет перейти на станции подземки. Пересадка будет бесплатной. Это новый вид транспорта, который вмещает в себя лучшие черты городского транспорта и пригородного транспорта. По сути дела, наземное метро – это сквозное движение с пригорода в пригород, от МКАДа до МКАДа. Московские диаметры – это 5 веток, почти 400 километров пути и около 200 станций. Движение по первым двум линиям планируют запустить до конца года.